Уважаемые друзья, уважаемые одесситы, сегодня состоялось очередное заседание комиссии ТПЧС в городе. Мы хотели сделать так, чтобы без определенной шоковой терапии упорядочить пассажироперевозки. Обратились к людям пожилого возраста, к льготным категориям, чтобы они по возможности не пользовались городским транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в вагонах, не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение о том, что весь пассажирский транспорт, Горэлектротранс, частные перевозчики, переводим работу в режим специального транспорта. В первую очередь, транспорт будет перевозить тех людей, которые следуют к месту работы, к тем предприятиям, которые сегодня обеспечивают жизнедеятельность города. Я прошу к этому отнестись с пониманием. Это вынужденные меры. Это те меры, которые сегодня принимаются нами для спасения жизни людей и здоровья людей, жителей нашего города.